Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Сегодня начинаем третью часть вязального марафона «Кичкиметель». Задача – связать вот такие детали. Их должно быть две. Начало, основание 13 см, 12 см по прямой. Дальше убираем часть петель. Так, я не посчитала сантиметры, но в итоге у нас в серединке должно остаться 2,5 сантиметра. Я считала по петлям. По нашей петельной пробе, которую мы делали на первом занятии, это резиночка. 3, 16 петли, 4 ряда. На 7 плотности вяжем. Набираю 40 петель, причем набирать буду красным. Видите, у меня красный цвет, красненький цвет. Набираю 40 петель. Провязываю 50 рядов с резиночкой, закрываю по 16 петель и 52 ряда на 8 петлях. То есть вот такая вот конструкция. Сверху 2,5 в серединке, никуда не надо уезжать. Вот такая очень простая конструкция. Одна фантура. Вяжите, поднимая дорожки руками. Совсем лень, не делайте этого вообще. То есть вяжите просто кулиркой, если уж совсем вам лень делать эти подъемы. Много их не нужно. Вы видели, что на образце, когда мы с вами вязали первую часть, вот они у меня шли вот так вот, достаточно резинка. Просто для рельефа, просто для того, чтобы было ну, более живая отделка. Итак, 40 петель, 50 рядов, убавочки с двух сторон и 52 ряда на 8 петлях. Вяжем. Я буду вязать на двух фантурах. Я не буду поднимать руками. Раз уж у меня есть возможность связать это сразу, значит, я буду ей пользоваться. Нет такой возможности, ручками поднимаете петельный ряд. Начало резинки традиционное. Все, как мы делаем всегда. Змейка. Гребенка. Оттяжка. Два круговых ряда. Один ряд сглаживающий. Все. И один ряд я провязываю на 7 плотности, который у нас является основной для этой детали. И теперь перекидываю петли, потому что это заработок для начала резинки. Очень хорошая. Бортик для моего вязания очень подойдет. Если у вас нет второй фантуры, вы можете сделать планочку по низу. Можете сделать резинку частую, что угодно. Любая отделка, потому что эта деталь отделке больше подлежать не будет. Вот этот край, он такой, какой вы сейчас его выполните. Так, у меня отмечены вот эти вот иглы, которые я собираюсь делать изнанкой. Вот этот вот. Ближайших ко мне фантуры будет вязать изнанку. Все остальные петли я перекидываю на основную фантуру. Это остается, это перекидывается, это остается, это перекидывается. Самый простой способ начать вязание — это резиночка 1 на 1. Потом вы раскидываете петли по фантурам в том. Тот разбор делайте, который вам нужен для вязания вашего полотна. И спокойно можете вязать. Так, вот это и остальное все на основную. Перепроверяю. Все иглы, которые я поставила в заднее положение, должны стоять сзади. Все иглы, которые я поставила в работу, должны работать. Такой разбор игл. Крайние петли я не стала выполнять резиночкой, потому что здесь будет шов, и резинка смажется. То есть она там будет не нужна. Обнуляю счетчик. И по плану вяжу гладью просто вверх 50 рядов на рабочей 7 плотности. Так, все провязывается как надо. И так далее. Провязываем. И будем делать убавки.
довязала 50 рядов, теперь по моему расчету, по по 16 петель я должна закрыть по краям, провязать еще 50-52. Учитывая, что полоса очень узкая, можно вязать и 50, потому что когда мы вяжем узкую полосу, она подрастягивается. Поэтому убираем по 16 петель. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Вот то, что я убираю. С этой стороны у меня нитка, поэтому я с этой стороны и убираю. Перекидываю петли обратно, потому что закрывать их надо. Закрывать косичкой обычной буду. Ничего сверхъестественного. Так, эти петли у меня остаются в работе. Извините, воду можно, извините, водителя можно ничего не вынимать. Просто взять и закрыть. Самое главное потом освободить колки. Потому что если вы на колках закрываете, оно вот так и будет у вас на них висеть. И это очень неправильно. Обязательно иглы проверьте, что они стоят у вас в заднем положении и в работу уже не встанут. Провязываем один ряд, перегоняем каретку на другую сторону. Ой-ой-ой, что же тут сделала? Снимаем с колков, оно не должно висеть на колках, иначе мы с вами так и останемся. Привязываем к этому полотну. То же самое делаем с другой стороны, те же 16 петель. Так, это, кстати, первый ряд был, счетчик, один ряд. У меня в центре остается 2, я помню, что 3 петли пересаживала. В центре у меня остается 2. Петельки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вот 2 и 2. Вот эти вот мы должны брать. Это остается, эти петли мы закрываем. Точно так же косичкой. И провязываю. Петлю на рабочую иглу. Остальное все, все иглы в заднее положение. Освободили колков все, что мы закрыли. Нельзя, чтобы хоть что-то, хоть одна петля, чтобы оставалась, иначе перекосит. Все, проверила, что все мы освободили. Счетчик работает. Ниткой все нормально и провязываем 50 рядов. И закрываем. Получается готовая деталь.
Вот что у нас должно получиться. Вот такая деталь, широкая снизу, узкая сверху. Причем такие детали надо две. Абсолютно одинаковых две детали. Это задача нашей сегодняшней части марафона по вязанию кичкимикли. Выполняете две детали, присылаете фотографию, и домашнее задание третьей части по вязанию кичкимикли считается выполненным.